Казахстанский боец Асу Алмабаев продолжает радовать своих болельщиков хорошими новостями. В октябре 30-летнего файтера на легчайшего веса UFC ждет крутой поединок за право оказаться в топ-10 дивизиона. Подписывайтесь на канал Вести KZ в YouTube, ставьте лайки и следите за последними новостями в мире спорта. Казахстанский боец Асу Алмабаев подписал новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на 3 боя. Алмабаев проведет свой следующий поединок 19 октября в рамках турнира UFC Fight Night 245 против бразильца Матеуса Николао с рекордсом 19-4-1. Таким образом, за 14 месяцев Асу проведет уже 4-й поединок в UFC. К слову, промоушен обновил рейтинги во всех весовых категориях. Казахстанцы, представленные в топ-15, Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, узнали свои позиции. Алмабаев остался на 14-м месте в легчайшем дивизионе, а Рахмонов сохранил 3-ю строчку в полусреднем весе. Следующий соперник Асу Николау идет на 7-м месте в дивизионе, сместив на 8-ю строчку Стива Эрцега. В случае победы над таким высокорейтинговым оппонентом, как бразилец, Алмабаев может максимально приблизиться к топ-5, а там вполне возможно, что хватит одного хорошего боя, чтобы выйти на титульный поединок. Поэтому для казахстанца это шикарная возможность пробить себе дорогу к поясу. Николау идет на серии из 2 поражений. Он проиграл тем, кто сейчас занимает 1-е и 6-е места в рейтинге. Соперник казахстанца еще 1,5 года назад был в топ-5, но примерно тогда и началось его стремительное падение. В апреле 2023 он проиграл нокаутом в 1-м раунде американцу Брэндону Ройвеллу. Ровно год спустя, в апреле этого года, он вновь проиграл нокаутом. Во 2-м раунде его вырубил другой американец Алекс Перес. После 2 подряд глухих нокаутов выходить на бой против проспекта, идущего на серии из 16 побед, это что-то невероятное. Остается поаплодировать менеджерам Алмабаева из компании First Round Management, которые выбили для своего спортсмена такой умный стратегический бой. В случае победы казахстанец точно окажется в десятке сильнейших. Алмабаев идет на серии из 16 побед кряду. В UFC он дебютировал в августе прошлого года, одержав за это время 3 победы. Один из выигранных боев он завершил досрочно, задушив Оди Осборна во 2-м раунде. А как вы думаете, одержит ли Алмабаев победу? Пишите свое мнение в комментариях.